Почетное место выставки отведено многотомным изданием. Это все труды нашего президента, а также произведения о главе Казахстана. Отдельное место отведено и благодарности жителям Туркестана, которую Елбасы оставил в одну из своих поездок по Южно-Казахстанской области. Особый экспонат этой выставки – два чапана, которые были подарены главе государства Нурсултану Назарбаеву и его супруге Саре Алпысовне. Наш президент очень миролюбивый. Он не за войну. 1 декабря 1991 года народ Казахстана сделал поистине исторический выбор, избрав Нурсултана Абишевича Назарбаева своим первым президентом. На протяжении длительного времени он неизменно руководил страной, представляя Казахстан на мировой политической арене. И об этом свидетельствует богатая коллекция фотографий лидера нации, запечатлевших исторические моменты его участия в международных форумах и конференциях. Похоже, эти экспонаты больше всего заинтересовали подрастающее поколение. Мне очень понравилась выставка, особенно красивые чапаны. Я рада, что пришла на эту выставку и узнала очень много интересного из жизни главы государства. Выставка, посвященная изучению исторического пути лидера нации, продлится 2 недели. А это значит, у каждого желающего есть возможность прийти и познакомиться с уникальными документами эпохи.